Всем привет, друзья! Вы на канале Crypto Commons, и это свежий апдейт по ситуации на рынке. Посмотрите, что сейчас происходит. Биткоин продолжает идти к нашим с вами целям, ближайшим. Вернулся на ретест сопротивления, который он только что пробил. Посмотрите. Это было локальное сопротивление, 27500 примерно. Много раз здесь было отвержение. После этого мы его пробили и вернулись на второй уже ретест как потенциальной поддержки. Друзья, сейчас это очень важный момент, ключевой вообще момент. Если мы сильно не уйдем ниже... Может быть, будет закол и отскок. Это подтвердит то, что мы находимся в локальном, по крайней мере, аптренде, опять же. И пойдем дальше выше. Потому что, ребята, по разворотности этой фигуры, это как голова и плечи, только наоборот. Посмотрите, здесь даже ТРДР нам отсигналил. Здесь как бы плечи ниже, чем голова. Так, соответственно, при такой амплитуде и памп тоже может быть выше. Понимаете, если голова настолько вогнутая. Плюснутая. Ладно, конечно, шучу, но в каждой шутке доля шутки, вы же понимаете, и бывают промежутки. Поэтому, чем черт не шутит, это полетит наверх. Тут как бы гадалки не ходи. Вот у нас, но да, есть локальное сопротивление еще в виде вот этой вот линии. Мы от нее тоже здесь отверглись. Потенциально это у нас 28500. Надо будет посмотреть, что там будет происходить. Но так-то в целом все круто. Поэтому, друзья, я продолжаю держать и наращивать позиции в лонг. Потому что я считаю, что сейчас... Как и глобально, так и локально. Очень хороший момент для этого. Вот, собственно, на бирже Bitflex, на новой замечательной бирже, где нет еще ни KYC, ни мозга вскрыва с этими, объясните ваши средства, там, ограниченной территории. Просто заливаешь и торгуешь вообще. Вот как когда-то был Bybit. Короче, Bitflex, ссылка в описании. Открыл тут лонг по эфиру и по битку, держу, плавно разгружаю. Чего и вам желаю. На Bybit тоже, соответственно, держу свои лонги. Ripple пошел в плюс. Давайте посмотрим Ripple. Потому что на самом деле интереснее, что происходит с альткоинами сейчас, которые просто ультра перепроданы. Супер, мега, ультра перепроданы к биткоину. И все такие, да ну их нафиг, выходим из щитков, типа сидим в битке или вообще в USDT сейчас на всю котлету. А по факту-то вот, кроме этого RNDR, смотрите, XRP, все остальное в жопе. Соответственно, с точки зрения вероятности, это надо подбирать сейчас и покупать, если вы, в принципе, торгуете альтами и пытаетесь на этом зарабатывать, то вот сейчас надо покупать, а не тогда, когда все будут бежать покупать. Соответственно, Ripple, смотрите, как он хорошо пошел в моменте. Это у нас дневной график на Bybit. Лонг мой в плюсе уже на 240%. Если вы хотите также посмотреть обязательно обзор, как торговать на бирже Bybit, вот там вот сейчас появится сверху. Но помните, что, ребята, маржинальная торговля, особенно с большим плечом, это большие риски. И в начале своего пути вы, скорее всего, будете сливать, пока не научитесь. И потом два варианта. Либо вы научитесь торговать, либо вы продолжите сливать. Поэтому будьте бдительны. Короче, я думаю, что вот туда вот Ripple сейчас пойдет, куда-нибудь на 0.8, так, для начала закрывать вот это все падение. Как и любой другой, в принципе, альткоин. Посмотрите тот же аудио. Капец, он валяется ниже плинтуса. С другой стороны, не, он был, конечно, аудио, ладно, он был 0.12, чуваки. Если он сейчас сложится еще вдвое, потом не говорите, что Гриня вас загнал в аудио. Он потом после этого все равно полетит, он был $5 на Binance. Он после этого все равно полетит, вот, поэтому, если вы долгосрокер, то вам пофигу, по 0.24 или по 0.12 покупать. Мы с вами также Dogecoin покупали, по 40 сатоши, по 30, по 20 все ржали над нами, по 15 ржали, а он улетел на 1500. То же самое и все остальное, эфир Classic, вспомните, мы и по 12 покупали, и по 8, и по $4, он в итоге улетел на 180 или куда там, на 140. Поэтому все нормально, чуваки, никого не слушайте, кроме своего сердца, кроме нашего чата Crypto Commons, где тоже всякие скамеры бывают. Вот в личку вам когда пишут, отправляйте мне деньги, там я тебе сейчас все сделаю, тут жизнь малина, работать не будешь, только мне отправляй деньги, а я тебе вышлю в два раза больше. Сразу нахер их в блок ставьте и в спам. Вы что, как можно ввестись вообще на такое, друзья? Вот, поэтому сейчас, еще раз говорю, альты срочно набираем, которые пока не улетели. В любые, вон, Polkadot, смотрите сами, то, что, во что вы верите. Только BNB не берите, я вам говорю, он тоже сейчас, конечно, помпанет, но в целом он на нереальных хаях просто. А, да, и у нас гэпчик, слушайте, у нас же гэпчик на CME, не закрытый. Как думаете, закроем его или нет? Мы вчера писали у нас в Телеграме об этом. Вот почему вы еще должны быть обязательно подписаны на наш Телеграм, чуваки, потому что мы писали об этом одними из первых, я думаю, даже первыми, что у нас есть незакрытый гэп на Чикагской товарной бирже, который статистически часто закрывается. Ну и сейчас, даже если мы его закроем, ничего страшного не будет, правда, ведь в макрокартине. Но, опять же, не факт, что мы его закроем. Плюс, еще для любителей гэпов, помните, что у нас есть давно незакрытый гэп на 34 тысячи, поэтому туда-то мы, походу, идем. Всем профитролей. Спасибо, что посмотрели это видео.
Ставьте лайк обязательно, ставьте стоп, тейк, проверяйте подписочку и увидимся в следующем видосе. Пока. Thank you.